Сейчас я хочу пригласить сюда Алексея Розова. Алексей, будьте добры. И Дмитрия Антоновича, потому что он лучше слова знает этой песни. Ну, она тоже в каком-то смысле театральная. Это посвящение Александру Дулову. Приглашение Саши Дулова в Иерусалим. На самом деле у меня лучше голос, чем у Никиты. Слова знают. Слова знают, да. Но иногда путают. Чьи-то прозвенели мне петрели, это едут по гастроли министрели, навострили парты лыжи и не дошли ни ближе, а прицельно в наш советский Тель-Авив, такой советский Александр Моисеевич Городницкий спит и видит этот город заграницкий. А маэстро Юль Черсаныч вспоминает Хайфу на ночь, и персидский ему грезится залив и заливное с хлебом. Е-шалаи, собирайся к своим, пой и мани, поедешь в город. Е-шалаи, хоть по радио друг попой, попробуй вместе. Е-шалаи, собирайся к своим, мечтает Байберковский, что на суше абрикосы, чтобы были у супруги Маси на зиму запас, а Никулин, Валентин и Клячкин Женя. Подарись сионистам услужение, и теперь круглогодичные талон дают клубнички, и компот приварит каждому жена, а песни Гоши слышны. Чатки, веки, не ложатся.
Серафіни всі різкі, ледяного пити. І соняного пости, а всім мужям закрити.